Здравствуйте, меня зовут Каролина. Я расскажу вам стихотворение. Мой брат, меня он перерос, доводит всех до слез и говорит, что Дед Мороз совсем не Дед Мороз. Он говорит, в него не верь, но тут сама открылась дверь. И тут я вижу, входит дед, он с бородой, в тулуп одет, тулуп до самых пят. Он говорит, а елка где? А дети разве спят? С большим серебряным мешком стоит обсыпанным снежком пушистой шапки дед. А вот старший брат твердит тайком, да это наш сосед. Как ты не видишь, нос похож, и руки, и спина. Я отвечаю, ну и что ж, а ты на бабушку похож, но ты же не она. Я поздравляю всех с Новым годом и желаю всем, чтобы все были доброжелательны, у всех было все хорошо, у всех была работа, все были всегда добрыми и доброжелательными. И я передаю маме с папой большой привет и поцелуй. Декорации для съемок предоставлены видеомастерской «Стаханов фильм». Запись на сказочные фотосессии по телефону 229-111.